Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Казуку Фэмили, и мы продолжаем проходить Хитмана 2. Вот. Секундочку. Так. Это мы рынок обходим, да? Стоп. Где-то тут. А тут это где? Интересно. А, понятно. Стоп, что? А как я сюда пройду? Вот как он долго взламывает эту хреновую дверь. Диана, это 47-й. Первая часть задания выполнена. Что дальше? Отлично, 47-й. Пора приступить к выполнению второй части задания. Нашему заказчику нужно, чтобы вы убили полковника Мухаммеда Амина и забрали ключ, который он держит при себе. Как раз сейчас он на базаре с телохранителем. Когда вы все выполните, идите на выход к восточным воротам. Ясно. Помните, вам нужно избегать столкновений с охраной, которая ищет неверных. Но вы должны торопиться. Когда охрана узнает, что лейтенант мертв, полковник попытается бежать. А где там рынок был? Здесь? Рыбка тут. Так, а на какой стороне можно? Ну, посмотрим, что можно сделать. Ждем. 47-й, это Диана. Нам снова нужна ваша помощь. Блин, извиняюсь. Что там, погода такая. И что, долго он сюда идти будет?
Так, через сколько ты там поймешь? И... Ассасин! Ассасин! Балет, блядь, бери. Блядь, свалим он. А где ворота-то, южный, нахер? Блядь, сзади выход был, серьезно. Нормально. Так. Чуть миссию не провалили. 47-й. Ваша цель — местный шейх Абдул Бисмала Малик. Надеюсь, вы без труда сможете узнать его. Большие фотографии шейха развешаны по всему городу. Он хочет продать груз представителям ООН, которые позже прибудут сюда с проверочной комиссией. Шейх вернется во дворец в сопровождении небольшого подразделения войск ООН. Они собираются пройти по восточной дороге. Убейте его до того, как он попадет во дворец. При этом не должен пострадать ни один из солдат ООН. Это очень важно для дела 47-й, поэтому сделайте все аккуратно. Местные жители агрессивны и не станут себя сдерживать, если на своей территории поймают вооруженного иностранца. Будьте осторожны. И здесь тоже пар. О, прикольно. Так, ё-моё, хера себе, через какую... пиздячку топать. Стоп. По левой стороне, блядь. Я помню, тут в этой миссии чё херовенько, тут до хера народа. Вот. Везде просто. И чё, где связной? Серьезно, здесь? Опа. Салям алейкум, друг мой. Мистер 47, я очень польщен. У меня есть ваше снаряжение. Позаботьтесь о том, чтобы его никто не увидел. Это очень опасно. Шейх скоро возвращается. Может быть, вы остановите его? Это будет у ворот на востоке. Да благословит вас Аллах, мистер 47. Спасибо. Вам лучше уйти. Здесь скоро станет опасно. Ого, это снайперку такую можно подобрать? Нихера себе. Вот это монстр просто. Так. Перехват автоколонна, а где она будет? Он поедет отсюда, это значит, куда топать. Куда-то можно забраться, но куда? Стоп, чё, блядь? Стоп, тут везде тупики. Не понял. А где тут башня высокая? Вот это? Нет. Вы же не хотите сказать, что мне забираться прямо на эту башню, блядь? Стоп, серьезно? Блядь, подожди. А с какой стороны? Хер на себе.
Опа. Ого. Стоп, а с какой стороны он поедет? Вопрос. Задний? Подожди. Ёпта мать. А, вот кортеж едет, ёб твою мать. Сорок седьмой. Ваша цель — местный шейх Абдул Бисмала Малик. Надеюсь, вы без... Стоп. В смысле? Да ладно, ёб твою мать, я не попал. Блять, хуёво дело. Так, подожди, а с какой стороны тут расваливал? Блять, тут еще проблема успеть. Чего? А, это тем самым просто сваливать оттуда потом и все. Ладно. Окей, а если сохраниться, допустим... Ага, вот он появился, да? В смысле провалена? С какого хера? 47-й. Ваша цель — местный шейх Абдул Бисмала Малик. Надеюсь, вы без труда сможете узнать его. Большие фотографии шейха развешаны по всему городу. Блять. И чё? Подожди, а давайте еще, возможно. В смысле провалено, ёб твою мать? Фу, в кого стрелять надо? Подожди, если он едет... Стоп, они ему ворота откроют или что?
47. Наконец-то. Теперь можно сваливать. Так. Сорок седьмой, это Диана. На этот раз вы должны уничтожить лейтенанта Юзефа Хусейна. Он является командующим подземной военной базой. Вы можете увидеть его в видеофрагменте, который мы вам передали. Также вам нужно найти важный груз, который шейх прячет на базе. Доставьте его на поверхность в целости и сохранности. За грузом прилетит вертолет. Базу охраняют множество солдат. Патруль находится в боевой готовности. Если они заметят вас, то отреагируют быстро и без промедления. Здесь важны хитрость и неожиданность, 47-й. Повторяю, проберитесь на базу, убейте лейтенанта и доставьте груз на поверхность. Ага. Ну, понятно. Угу. То есть у нас даже сохранилось оружие, да? Но места тут красивые. Подземная база, что ли? Угу. Скорее всего. Я помню, из-за это не любил Хитмана, за то, что тут вот эти стелс-миссии, они очень сложные. Так. И быстро эти миссии не пройдешь. Нужно, конечно, территорию обследовать, но... Да, одна локация из локаций просто. Вот эта миссия локации, где на востоке, они... И это подземная база. Тут, походу, две подземные базы, да? И нам вывести еще груз снова. Вот эти рельсы, мне скорее всего кажется, что придется... Дверь закрыта, а почему? А, это, наверное, после того, как мы вывезем, да? Ого, нихера себе территория. Жесткая. Ага. Нихрена себе издевательство просто. Над обычными людьми. Жесть. Я против такого насилия даже в играх. Я слишком восприимчив к этому дерьму. Капец, а сколько тут ходов, подожди. Чего?
Фига себе база. А, тут пулемет. Переговорная херня. Ага. А этот же хрен не сбежит? Я просто не... Сбежал? Серьезно? Вот же сука, а? Он просто взял, сука, сбежал. Блять. В смысле взломать? Не надо мне тебя взламывать. Вот же сука. Короче, получается, это последним путем придется сделать, чтобы сбежать. Печаль. А я-то думал, мы это быстро сможем сделать. Понятно, значит, надо поторопиться эту миссию выполнить. Ладно, короче, придется этого хрена найти. Но в то место не идти, наверное, да? Так, ладно, избивайте там дальше друг друга. Мы вам мешать в этом не будем. От слова совсем. Что? А что тут у нас? А? Кто тут тусуется? Ой, а ты кто? Ты ж не Сэль? 47-й, это Диана. На этот раз вы должны уничтожить лейтенанта Юзефа Хусейна. Он является командующим подземной военной базой. Вы можете увидеть его в видеофраг... Ну это явно не ее суд, да? Нет. Блядь, а где? Лестница справа? Да нет, это не лестница справа. Ты, короче, куда-то назад топать. Капец, тут база здоровая просто, охереть. А вы серьезно? Так это же другая территория. Капец! Вы чё? А где этот хрен обитает? Ты ж просто охренеть, я запутался. Подожди. Чё за херня? И чё? А куда топать-то? Здесь что, вход вниз есть или еще вниз, не пойму. Нихрена себе, это кто такой злой? Чего? Такую же одежду, нафига вопрос?
Какого хрена я упал? Нафига вопрос? Просто жесть какая-то. И куда? Вот вопрос, и куда мне подниматься, если... Ну это ж не он. А, чтобы сигнализация не работала, нам надо... Так, ладно, окей. С этим разберемся. Чего? А, это просто домофон. Блин, я тут бегать буду сто раз просто. Что это такое, подожди. Прибор ночного видения. Типа каким-то образом мы можем здесь что-то отключить, да? Так, окей, ладно. Я не пойму, а где этот хрен? Здесь одна подземная база, но я не могу понять, где хрен этот обитает. Какого хрена? Сейчас. Я просто не могу понять, я что-то не так делаю или... Или что-то не так. И как нам отключить тогда эту херню? Стоп. Прибор ночного видения мы подобрали. Окей, я это понял. Вот как эту миссию выполнять, когда ты будешь бегать по 100 раз даже без этого? Тут 3 входа, или мне кажется? Стоп. Кого тут гад охраняет дальний? Вот этот. Дай пройду, мужик. И что это за хрен? Чего, блядь? Мысли. 47-й, это Диана. На этот раз вы должны уничтожить лейтенанта Юзефа Хусейна. Он является командующим подземной военной базой. Чувак, дай пройду, блять. Это он и был? А почему я изначально думал, что это не он? Блять, чё за пиздец? Валим тогда, чё? Блин, а я как дебил. Я сначала смотрю, он не он, он не он, блядь. Мужики, пока. 47-й, да. Это Диана. Ну. Хорошая работа, 47-й. Проверьте территорию. Там могли остаться солдаты. Серьезно?
Небезопасна вертолетная площадка? В смысле? А где вертолетная площадка? Вот это? Стоп, это реально вертолетная площадка? Все, я понял. Подожди-ка. О, ништяк. О, это Шетти. Я понял, кто. Эти буддисты и индийские, что ли, буддисты, по-моему, да? Забирают груз. Нифига себе, они такие крутые, да? Так, ладненько. Мы уже, наверное, скоро приближаемся к концу. Ну, не прям скоро, но уже почти. Так. 47-й, это Диана. Вы отлично выполнили свое последнее задание. Сотрудники агентства восхищены вашей работой. Все мы пытались найти информацию об отце Витторио, но ничего не вышло. Всюду ходят слухи, что вы вернулись. Ваши способности сейчас очень востребованы. Так что, о местонахождении Витторио ничего нет? Пока никаких новостей. Хотя до нас дошли слухи, что он, возможно, находится где-то в Восточной Европе. Но этого недостаточно. Может быть, он уже мертв. Мы тоже не исключаем такой возможности. Я не стану оплачивать безуспешный поиск. Верните все, что я заплатил, на мой счет. И добавьте еще 50%. Условия не обсуждаются. 47-й, вы же понимаете, что сделаете только хуже? Выдвигая такие жесткие требования, вы ставите под угрозу наше сотрудничество. Вам буду давать самую сложную работу. На некоторые из таких поручений согласится только самоубийца. Меня это не пугает. Просто дайте мне следующее задание. Ха. Интересно. Ну ладно, так. 47-й, это Диана из агентства. Ваша цель — проникнуть в убежище тайной секты через потайной ход, который находится за одним из магазинов. Нашего заказчика предали. Его вертолет вместе с ценным грузом был похищен в Афганистане членами секты. Он хочет, чтобы вы вернули груз. Мы получили информацию о том, что пара разбойников разыскивает подозрительных иностранцев. Поэтому чаще сверяйтесь с картой и следите за каждым своим шагом. Ваш связной находится в здании службы доставки. У него вы сможете узнать подробности о задании. Будьте осторожны, 47-й. Ходят слухи, что в тени лидера секты, где бы он ни был, скрывается очень сильный враг. 47-й, я повторяю, опасайтесь убийц. Найдите связного, и он сообщит вам дальнейший план действий. Ха. Интересно. Ага. Ясно. Ого, сколько их. Так. Боевой нож, пистолет. Ларафил. А, все. Ну ладно. Религия и сила не самое плохое сочетание в этом бизнесе. Нужно действовать осторожно, местные любят конфликты.
Интересно. Так. Прикольное деревце, кстати. Так, это как у нас миссия будет называться? Засада в городе храма? Угу. Засада в городе храма. Ладно. Так. Я думаю, эту миссию мы оставим на потом, потому что это будет одна из самых интересных и прикольных миссий с убийцами в следующей, как говорится, серии. Вот. Мы вам сейчас покажем, что вот такая будет необычная территория. Вот. Будет тут, по-моему, связной. Вот. Но тут тоже очень много запутанных этих закутков. Это ж не убийца? Не. Это обычный чувак. Служба доставки. А. Подожди-ка. С ним поговорить можно? Вы хотите купить ковер? Для вас лучшие цены в лавке Алибабы. Изменен статус цели. 47-й, это Диана из агентства. Ваша цель — проникнуть в убежище тайны. То есть получается, нам можно взять дробовик. И дробовиком, короче, потом херачить этих агентов, да? Ладно, чё, попробуем тогда отсюда сохраниться. Вот, и отсюда, в принципе, начать. Ну а всем спасибо за внимание. С вами был Казуха Фэмили. Не забывайте про лайки, репосты и так далее. А всем до скорого. Не забывайте поддерживать канал, приглашать друзей, подписываться, и чтобы подписывались другие. А всем уюта, тепла и добра в эти холодные вечера и ночи. А всем пока-пока.